пушных зверей местные ученые обнаружили мутировавший штамм вируса, который уже подхватили несколько человек. Так что власти постановили уничтожить всех норок, которые проживают на меховых фермах, Дании. Это примерно 17 миллионов особей. Необходимо убить всю норку в Дании. Продолжение разведения норок влечет за собой значительный риск для здоровья населения. Вирус мутировал у этих животных и распространился на людей. Это очень серьезно. Государственный институт сывороток провел лабораторные исследования 12 таких заражений. И во всех случаях у инфицированных снижается способность к выработке антител к коронавирусу. Они становятся более уязвимыми для повторных заражений. Над уничтожением норок сейчас работают все датские фермы, но, как сообщается, объемы слишком велики, так что пришлось подключать к работе мусоросжигательные заводы. Уже посчитано, что из меха всех этих зверей, которых сейчас убивают в Дании, можно было бы изготовить примерно 500 000 шуб. Но делать этого не будут, поскольку работать с зараженным мехом опасно. Заводчики говорят, что это фатальный удар по индустрии. Пока еще Дания в числе мировых лидеров по производству меха норки, но восстановить потерянную отрасль страна вряд ли сможет. Так думать, что мы снова сможем запустить производство, бессмысленно. Это невозможно сделать, наивно даже верить, что у нас получится. Я не верю, что норки могли нанести нам даже примерно такой же ущерб, какой нам нанесен этим решением властей. Где мы будем закупать новых норок? Может быть, в России? Заводчики говорят, что теория насчет особо опасного вируса, который могут распространять эти норки, в принципе, слабо доказана. Так что власти, может, и поторопились с такими радикальными мерами. Однако забой зверей уже начался. Их будут истреблять по 100 тысяч в сутки. Еще больше других тем на наших сайтах ran.tv.